Депутат Госдумы Сайгид Паша Умаханов стал почетным гражданином села Гидип. Звание ему присвоили в день визита парламентария в район. Здесь он встретился с местным активом и молодежью. В неформальной обстановке обсудили правильное воспитание подрастающего поколения, почтили память погибших в теракте 23 июня в Махачкале и в Дербенте. На встрече депутат Госдумы передал местной молодежи комплекты спортивной формы, а главу села и активистов отметил благодарственными письмами. В этот же день в муниципалитете прошли скачки с участием 21 наездника.